Сколько мороженого на заводе «Чистая линия» производится за неделю? А ведь и правда, здесь так много вкусного мороженого. Давайте узнаем у работников. Здравствуйте. Мы хотели бы узнать, а сколько мороженого вообще производится на заводе за неделю? Это 20 тонн. 300, я так думаю, точно перерабатываем сейчас, когда не сезон. Сезон, конечно, гораздо больше. 300 тонн. Проверим потом. Эх, ребят, никто не знает ответ на вопрос. А давайте спросим у начальника. У нас к вам профессиональный вопрос. Сколько тонн мороженого производится у вас на заводе за неделю? Ребята, я в шоке! А как вы думаете, сколько тонн мороженого производится на заводе «Чистая линия»? Ответы пишите в комментариях.